Между тем, по соцсетям распространилась информация, что во вновь открывшемся в Якутске батутном центре несколько несовершеннолетних получили травмы. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Эту информацию подтвердили в Следственном комитете. Сами руководители центра узнали об этой ситуации из соцсети. Они сразу же связались с родителями травмированных детей. По их словам, на сегодняшний день с родителями недопонимания нет. С момента открытия батутного центра его уже посетило около 1000 человек, из них 60% дети. Сейчас в центре введено ограничение для посещения для детей до 14 лет включительно. Батутный спорт – это очень травмоопасный вид спорта. Человек может получить травму, который неподготовленный, там, при неправильном прыжке. Это легко можно получить вывихи, можно также получить компрессионный перелом позвоночника. Проводится внутреннее исследование, мы сами здесь проверяем видеозаписи. Ну, на самом деле батутный спорт – это очень травмоопасный вид спорта. Человек может получить травму, который неподготовленный, там, при неправильном прыжке. Это легко можно получить вывихи, можно также получить компрессионный перелом позвоночника.